отводите правильный ответ кружочком или там помечаете его. Подчеркивайте, как угодно. Во Владивостоке площадкой для проведения теста по истории Отечества была выбрана одна из аудиторий таможенной академии. Ровно в 11 утра участникам теста раздали задания, которые разработала группа ученых МГУ имени Ломоносова. Тест охватывает весь период истории страны, начиная с 882 года. За 40 минут нужно было ответить на 40 вопросов. Данная акция призвана привлечь внимание прежде всего, конечно, молодого поколения, ну и более старшего поколения нашей страны для изучения истории нашего государства, потому что, как всем известно, без прошлого нет будущего. Чтобы страна развивалась, люди думали о светлом будущем и делали, и реализовывали это будущее, нужно знать свою историю. Всероссийский тест стартовал на Дальнем Востоке. В Приморье заявки подали более 6500 человек. Одновременно тесты прошли в большинстве районов края. Это более 200 площадок. Местом проведения были преимущественно школы. Проверить свои знания смогли все желающие, вне зависимости от возраста. В принципе, тест был очень интересным. При этом вопросы разнились от тех, которые, в принципе, общеизвестны практически для каждого, до вопросов, которые предполагают весьма углубленные знания, и при этом на которые было достаточно трудно ответить. В целом для общеобразовательных функций, чем больше людей собирается на такие тесты, тем больше инфографики можно составить, сделать вывод об образованности населения, по-моему. Тест анонимный. Узнать правильные ответы можно на сайте проекта. В таможенной академии на первом и втором курсах историю изучают 4 часа в неделю. Отсюда хорошие результаты. Большинство участников верно ответили на все вопросы. Акция не только выявила уровень знаний об истории России, но и вызвала интерес жителей края к чтению исторической литературы. Анна Бережная, Евгений Опарин. Новости на Восьмом.